Сегодня мы с вами разберемся, как вяжется узор, который я использовала в кардигане «Белая смородина». Узор несложный, здесь просто нужно быть внимательным. Вот так вот интересно здесь получается. Такие вот, на мой взгляд, вообще очень интересно. Вот мне почему-то и напомнила веточка. Здесь ягодки. У смородинки как раз вот так вот ягодки у красной и у белой. Так, я буду показывать вам не на этой пряже, на другой. Я взяла пряжу Диана от Швейторг. Здесь меринос с шелком. Заодно посмотрим, как этот узор смотрится в моточной пряже. Потому что здесь бобинная, несколько ниточек. Здесь я вот 6 брала. А здесь все-таки ниточка крученая. Так, 80% мериносовая шерсть, 20% шелк буретный. Не указано, но это буретный шелк. Вот видите, вот эти крапушки. Значит, в 50 граммах 200 метров. Ниточка тонкая. Я из этой пряжи вязала дочке кардиганчик весной. Показываю схему. Она у меня давно уже... В моих хотелках была эта схема в одной из моих тетрадей. Здесь, видите, очень-очень много всего. Вот так она выглядит. Значит, раппорт узора составляет 30. После первого ряда он увеличивается и красен 32. Никак абсолютно это в узоре не видно, незаметно. Значит, высоту первый раз мы провязываем с 1 по 38, а потом будем все время повторять с 3 ряда и вверх. То есть вот это вот первый ряд, он провязывается только в самом начале. Ну, а вот это все условные обозначения, которые есть. Я в телеграм-канале выставляла эту схему. Показываю здесь еще раз для тех, кто, возможно, не видел. Ну что ж, давайте приступим. Первый ряд. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Далее нам нужно 6 петель перекрестить направо, 2 петли оставить за работой. Так, меняем местами. И вот здесь как мы провязываем со вспомогательной спицы. 2 петли провязываем лицевыми. Далее из поперечной нити вывязываем лицевую скрещенную. Вот из протяжки я поднимаю. Что-то плохо фокусируется. Из протяжки я поднимаю, провязываю одну лицевую. Далее провязываю лицевую. Еще раз одна скрещенная. Лицевая. Так, и теперь провязываем со вспомогательной спицы. Одна лицевая, накид и лицевая. Одна лицевая, накид и лицевая. Далее 16 лицевых провязываем. В изнаночном ряду мы провязываем те петли, которые, ну как они смотрят, вот эти петли мы провязываем изнаночными. А вот здесь, где мы делали перевитие, сейчас я покажу. Здесь нужно будет накид сбросить. Вот я дошла до того места, где мы делали перевитие. Провязываю изнаночную, накид сбрасываю. И далее провязываю петли все изнаночными. И всегда, когда в перевитии у нас будет накид, то мы его будем сбрасывать. Видите здесь, как получается? Вот такая вот получается вот эта часть выпуклая. Что-то плохо фокусирует у меня сегодня. Третий ряд. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее нужно 8 петель перекрестить направо. 2 петли оставляем за работой. Следующие 6 петель. Подхватываю вот 6 петель и меняю местами.
Кому удобнее со вспомогательными спицами, пользуйтесь. Я не пользуюсь, я так делаю. И провязываем петли со вспомогательной спицы, вот эти все 6, лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эти две, которые оставались. Первую провязываю лицевой петлей, накид, лицевая петля. Далее я провязываю, у меня тут получается 18 лицевых. Не забываем в изнаночном ряду, в перевитии, где у нас был накид, сбросить. Пятый ряд, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее мы опять же 2 петли оставляем, 6 петель подхватываю и меняю местами. Провязываю 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вот эти 2 петли, которые были на вспомогательной спице. Лицевая, накид, лицевая. 2 лицевые. 2 петли вместе с наклоном влево, накид. Далее у нас будет 16 лицевых. Все, провязываю до конца. В изнаночном ряду в перевитие, накид, сбросить. Седьмой ряд, 2 лицевые, 8 петель, перекрещиваем, 2 петли оставляем за работой, 6 петель подхватываю, меняю местами, провязываю 6 лицевых, 2 вспомогательные спицы, лицевая, накид, лицевая, 2 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, и будет 18 лицевых. Дальше. Девятый ряд. Начинаем сразу с перекрещивания. 2 петли оставляем, 6 петель подхватываем. Меняю местами. И провязываю 6 лицевых. 3, 4, 5. 6. Теперь 2 петли, которые со вспомогательной спицы. Лицевая, накид, лицевая. 2 лицевых петли. 2 петли вместе с наклоном влево. Накид. И дальше 20 лицевых получается. Вот так вот. 11 ряд. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 2 петли вместе с наклоном влево. Накид. 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. И далее 8 лицевых. 13 ряд. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли вместе с наклоном влево. Накид. 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Накид, 2 петли вместе с наклоном вправо и 6 лицевых. Пятнадцатый ряд начинается с 26 лицевых петель. 26 петель провязываем лицевыми. 26 лицевых провязала, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо и 4 лицевые провязываем. 17 ряд провязываем 28 лицевых. 28. Провязала 28 лицевых, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо и 2 лицевые. У меня больше, потому что я изначально набрала больше петель. А по раппорту здесь 2 лицевые. И раппорт заканчивается. 19 ряд. Провязываем 16 лицевых петель. Теперь нам нужно перекрестить 8 петель налево. 6 лицевых петель оставляем перед работой. 2, 4, 6. Смотрите, спица за работой. Вот 6 лицевых петель. Вот эти 2 петли подхватываю. И теперь это нужно поменять местами. Так. Сначала провязываем петли со вспомогательной спицы. Лицевая. Нужно будет подтянуть лицевая, накид, лицевая. Дальше 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас с вами 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот, петли раппорта закончились. В изнаночном ряду, вот здесь, вот в перевитии, где у нас был накид, не забываем его сбросить. 21 лицевой ряд начинаем с 18 лицевых петель. 18. Провязала 18 лицевых, теперь 6 лицевых перед работой. Спицу завожу за петли, подхватываю 2 петли и нужно поменять местами. Сначала провязываем петли со вспомогательной спицы, лицевая, накид, лицевая, дальше 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И будет 6 лицевых до конца раппорта. Не забываем в изнаночном ряду в перевитие накид скинуть. 23 ряд провязываем 16 лицевых. 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые и дальше у нас перевитие. 6 петель отсчитываем, спица за работой, подхватываю 2 петли и меняю местами. Провязываю со вспомогательной спицы лицевая, накид, лицевая, далее 6 лицевых. И в конце 4 лицевые будет до конца раппорта. 25 лицевой ряд начинается с 18 лицевых петель. 18 провязываем. Далее накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. 2 лицевые. 6 петель перекрещиваем. 2, 4, 6. Так, я вот сейчас вижу, что я накид
Забыла сбросить. Видите, у меня накид. Что делаю в этом случае? Провязываю вместе. Забыла. Видите как? А это лишняя петля, она нам не нужна. Провязала 2 петли вместе. Если бы в реальности, я бы все, конечно, распустила. 2, 4, 6. 2 петли меняем с 6 петлями. Лицевая накид, лицевая. Далее 6 лицевых петель. И 2 лицевые в конце, до конца раппорта. 27 ряд. Начинаем с 20 лицевых петель. 20 лицевых петель. Провязала 20 лицевых. Накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. 2 лицевые. Далее меняем. 6 петель. Перекрещиваем с 2 петлями. Но всего 8 петель перекрещиваем. Со вспомогательной спицы лицевая, накид, лицевая, 6 лицевых петель до конца раппорта. Ну, имеется в виду вот эти вот 8 петель, и на этом раппорт заканчивается. 29 ряд, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 петли вместе с наклоном влево. Накид, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, 8 лицевых. 31 лицевой ряд. 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 16 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. 6 лицевых. 33 ряд. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 петли вместе с наклоном влево. Накид. Дальше будет 26 лицевых петель. 35 ряд. 2 лицевые. 2 петли вместе с наклоном влево. Накид. 28 лицевых петель. 37 ряд. 2 петли вместе с наклоном влево. Накид. 6 лицевых. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Далее нам нужно перекрестить 8 петель. 2 оставляем. Подхватываю 6, 3, 4, 5, 6. И меняю местами. Провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше лицевая, накид, лицевая. И до конца раппорта провязываем 16 лицевых петель. 37 ряд, следующий у нас будет изнаночный, 38 последний ряд узора раппорта высоту. Вот так вот получается по лицевой стороне, вот так получается по изнаночной стороне. После стирки, сейчас покажу на белом кардигане. На белом кардигане, конечно, пряжа
мягче, она очень-очень мягкая. Вот так после стирки оно разровняется, если даже во время вязания оно немножечко кривенько за счет вот этих вот перевитий, то потом все в процессе стирки оно выравнивается. Изнанка. Пожалуйста, изнанка. Интересный узор. Мне очень хотелось его попробовать. У кого есть желание, пожалуйста. Я думаю, что я вам помогла. Вдохновляйтесь, творите, создавайте. Будьте неповторимы. А я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.